29 апреля по всей России прошла международная историческая акция «Диктант Победы». Данный проект в 2019 году запустила партия «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». В Зарайске «Диктант» проходил на площадке лицея номер 5 и гимназии номер 2. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны смогли все желающие. Среди участников – представители администрации, сторонники партии «Единая Россия», депутаты, учащиеся, молодогвардейцы и жители округа. Для абитуриентов участие в акции – это еще и возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. За 45 минут участники должны были ответить на 25 вопросов. Все они справились с заданием досрочно, что может говорить о хороших знаниях участников о Великой Отечественной войне. Очно «Диктант Победы» писали 277 человек. Порядка 30 зарайцев проверили свои знания онлайн-тестированием. Анастасия Булатова, Ольга Желдева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.